В опозиції залишається мало часу, щоб об'єднатися. У цьому впевнений голова партії «Опозиційна платформа за життя» Вадим Рабінович. Він переконаний, зараз усім сторонам необхідно відкинути власні амбіції та згуртуватися. А Україні треба думати. От давайте візьмемо приклад мене. Извините, но я имею на это право. Я имею президентский, реальный. Я снял свою кандидатуру для того, чтобы объединить избирателей центра Юго-Востока Украины и убрать эту власть, потому что это главное на сегодняшний день. Не важно, там, как будут звать там, того, кто уберет эту власть, важно сегодня ее убрать. Поэтому сейчас, за 5 дней до выборов, я еще раз хочу обратиться ко всем политикам, в том числе и баллотирующимся на пост президента, и просто гражданам. Дорогие друзья, у нас осталось 5 дней, внимательно подумать о том, хотим ли мы выбрать войну или мир, процветание или разруху. И еще одна просьба, вечная моя просьба. Перед тем, как идти к избирательным участкам, посмотрите в свой холодильник, и вы сразу поймете, за кого надо голосовать. Я думаю, что некоторые политики, которые сегодня еще играют на этом поле, должны понять, что важнее сегодня убрать власть, чем собственные амбиции. Вот и все. Ну, а все вообще-то зависит от каждого из нас.